Здравствуйте. Здравствуйте. Сумку можно назад убрать? Да, конечно. Хотите, багажник открою? Нет, спасибо. Пристегнитесь. Да? Смотрите, могу дальше проехать, могу здесь остановиться. Не, здесь нормально. Спасибо. Могу? Да, все, у вас же без НАТО. Счастливо. Все, до свидания. Движение лютое. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня только что привезли на Парфеновскую 14. Я у вас сумочку забыла в такси. Да, забыли. А что же вы так неаккуратно-то? Ну, что-то я вот как-то забыла, торопилась. Вы там же? Вы там же стоите? Да, я здесь. Сейчас я подъеду. Сейчас подъеду. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Ага. Спасибо огромное. Спасибо, на хлеб не намажешь, блин. Сейчас буду крутиться здесь, блядь. Пиздец какой-то. А голову ты не забыла дома, как говорили наши учителя в детстве. Женщины, большинство таких, могут собираться за границу, забыть паспорт заграничный и тому подобное канитель. Это вообще нормальная история, абсолютно. Забирайте. Забирайте, там сзади сумка стоит. Спасибо вам огромное. Не за что. Спасибо большое. Так, а где телефон? Как у вас в руке? Нет, вы же мне звонили. Лежал еще iPhone в подарок. Не знаю, смотрите в сумочке. Может, упал там внизу, посмотрите на полу. В смысле, смотрите, мужчина, вы прикалываетесь? Ну, я точно не брал ваш телефон, я даже не знал, что у вас там сумочка осталась. Я еду на день рождения, я взяла с собой подарок. Так. Так, и ехала у вас в такси. Так. И телефона нет. Ну, я не знаю, может, вы его дома оставили или еще где. Ну, я-то его точно, еще раз говорю, если вы намекаете на то, что его взял я... Если я приехала из дома на день рождения, как вы думаете, я оставила его дома или нет? Девушка, да я вообще не думаю. Вы, у вас, судя по всему, вы человек рассеянный. Вы сумочку забыли, сейчас вы телефон там где-то оставили, а вы мне... Еще решили мне нахамить сейчас, да? Я решил нахамить? За 150 решили нахамить, да? Телефон за 150. Будем решать вопрос. Вы что, угораете, что ли? Никак не будем. Вы купите себе, видимо, новый телефон, если вы его посеяли. Точно не я его буду покупать. Я сейчас пойду писать заявление в полицию. А, что, серьезно? Так отлично, давайте тогда я видеоматериал предоставлю съемки в автомобиле, и мы посмотрим, кто там из нас будет потом оправдываться. Ну, у меня ведется съемка в автомобиле, видеофиксация. Как раз для таких случаев, на всякий пожарный. Ну, отлично, встретимся в суде. А, хорошо, договорились. Хлопни себе, блядь, по жбану, коза, блядь. Сейчас мы накатаем Яндекс. Ладно, не сейчас, но накатаем. Что у нас тут за поездка? Вот, да? А вы говорите, зачем камерами все увешано? Да вот для таких случаев. Не первый раз уже. Одна там у меня коза деньги, блядь, потеряла в сумочке, потом вспомнила, нашла. Другая, еще там какие-то моменты. Трешняк какой-то. А я потом это... Всем плати, всем отдавай, всем... Меженька, не получится. Красавица такая, я в шоке. Вообще. А че сразу не золотой слиток за 10 лямов? Килограммовый. И перестаю удивляться над народом. Но я думаю, что она просто где-то его провалила. Если она сумочку забыла. Хотя, хер его знает. Как говорится,
Все на собственных, на собственной ответственности. Бог не фраер. Он все видит. Да? Вот так вот. Без сомнения, я вам скажу, блин. Увидимся в суде. Да, увидимся в суде, видимо. На Божьем суде увидимся, детка. Угу. Коза. Тягает за 150 айфон. Ну, блядь. Что-то продешевило, мне кажется. Чутка на. Короче, надо в Яндекс будет накатать. Не стесняйтесь, кстати, писать жалобы на таких пассажиров в Яндексе. Ну, неважно там, забыла она, не забыла. Вот это вот сразу вешать на людей вокруг, да, свои. Это как бы не очень хорошо. За это нужно тоже немножко отвечать. Можно где-нибудь под сиденьем. Да не, блядь, вряд ли я аккуратно ехал, не тормозил нигде. Ладно, ладно. О, привет! Да что-то понять не могу, в какой-то парк вписался. Убогий, такси соси. Ни деньги вывести нормально не могу, ни заработать ни хрена. Служба поддержки полная шляпа. Короче, считаю эти копейки, блядь, и плачу. Думаю, какой бы парк перейти. Я проработал в многих таксопарках, но не мог найти идеальный. Выход нашелся. Я открыл свой собственный парк. Теперь у меня моментальные выплаты, отличная служба поддержки и невероятные заработки. Подключайся к таксопарку «Такси Хайп», и все у тебя будет хорошо. Правда, девочки?